Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарна Дайам Гопиджана Самаюктам Бинда Банам Манохара Ванча Калпатаруаса Кипасинду Бабача Патитанам Павуне Бабашна Бибхо Наму Намаха Муканкароти Бачалам Пангунглам Хайтагирим Ядки Патамаханга Банди Парамананду Мадвам Бриндавай Тулсидеббой Пиявай Кесавасуча Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сварасватин Васам Тато Жайо Мудирай Шанкиртане Кришна Като Падеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Шадануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагодбару Дхейям Сада Парибабагнам Авишчадухам Тетас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Вишпуржита Кимапикабхавадушвадарши Бурнам Рагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадакипам Паруши Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактапинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактапинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджан Ламбита Бхужау Канака Бодато Санкетанай Кавитару Камала Йотакшо Вишам Бару Дижа Бару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Прия Кару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Муктин ча муктин ча дадасинитам Бхаванурупена сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гоури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманангу мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавишванатхам Вагиша Джасва Бадане Лакшмир Джасва Чабхакшаси Джасвасти Хриде Самбир Вам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gaurangaika Gatir Bhajasitamati Si Gauradhamo Sthiti Sat Satsvaika Vitir Kushanga Virati Dusto Vethani Skriti Си рупай карати санатана нати, си живате жостути, си сиддханта сарасвати виджаяте, гаури йогошти пати, си сиддханта сарасвати виджаяте, гаури йогошти пати. Гаури йогошти пати. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру told. Шрила Прабхупад сказал, что Гауранга, насколько он уникален, если у нас есть желание почувствовать его величие, его уникальность, то тогда, так или иначе, вы должны оставить всю асатсангу. Гауранга насколько уникальный Гауранга Махапрабху, чтобы это узнать, чтобы это почувствовать в начале всего, вы должны избавиться от всей асатсанги в вашей жизни, осознанно или неосознанно, все души с целью или без цели, так или иначе они совершают асатсангу, но как можно избежать асатсанги полностью, я говорил об этом много раз. Единственный путь – это возможно по милости Гуру Вайшнавов. Только по милости Гуру Вайшнавов это возможно. Асатсанга может прийти в различных формах. Я говорил вам, имперсонализм майявада может прийти в различных формах в нашей жизни. У нас нет силы определить, поймать, почувствовать это. Даже те, кто мадхьяма адхикари, даже они иногда не могут почувствовать это влияние имперсонализма майявады. Я говорил об этом много раз. Но мы, наше «Я», подлинное «Я», Гуру Варга и Шрила Прабхупад, они много раз говорили об этой шлоке. И вот это наше подлинное «Я». Мы хотим отождествлять себя, как говорить о себе, как о слуге гуру, чисто гуру вайшнавов. Шрила Прабхупад говорит, только те, кто парамхамса, гуру вайшнавы, они могут определить и поймать любое время, любых имперсоналистов, которые появляются в различных формах, они могут определить их. Обычные люди не могут понять, кто есть кто. И что же нам остается делать? Только плакать, молиться лотосным стопам Гуру Варги, Шрилы Прабхупады. Это единственный путь. Можно вспомнить, когда Махапрабху отправился в Южную Индию. И вот Махапрабху произнес одну шлоку. Многие не понимают ее, почему Махапрабху повторял вот эту шлоку. Наши Гуру Варга, Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур, они говорят, что Махапрабху хотел показать нам путь, как спастись. Как спасти себя
и для этого мы должны находиться с гуру вайшнавами. В уме физически мы должны находиться. Если, точнее, если физически не можем, то в уме, по крайней мере. И Махапрабху молится, поскольку Южная Индия, она полна майявады различные. Майявади даже сейчас, у них нет представления о чистой преданности ни о чем. Они думают, что максимум Лакшми Нарайана, служение Лакшми Нарайане, оно максимально. И вот они думают, что служение Кришне не авторитетно, поскольку Кришна непонятно чем занимается, и они не могут понять его деяния, не могут почувствовать, и поэтому до сегодняшнего дня они в таком положении. И вот Махапрабху хотел показать, что когда вы идете таким образом, вы должны всегда молиться Верховному Господу, чтобы вы получили защиту от майявады, могли следовать бхакти-вичару, и любые проблемы, которые в тонкой или в грубой форме приходят в виде сатсанги, чтобы Махапрабху защитил от всего этого. И мы должны молиться ради этого Махапрабху, это наше учение. Но единственный путь, открытый перед нами, то, что без гуру Крипы, без милости чистой гуру вайшнавов, без милости садгуру нет никакого другого пути. Кто-то может запомнить все шастры, но чувство этих шастр, как он обретет? А это чувство можно получить только по милости Гурудева, шастра Анубав обрести. И вот Гуранга Махапрабху, насколько он уникален. Чтобы понять это, мы должны принять решение в нашей жизни, чтобы избегать асатсанги, так или иначе мы не должны позволять асатсанги прийти и осквернить наше сердце. И путь открытый перед нами, я уже говорил, Шрила Прабхупад также говорил, единственный путь открытый перед нами – это и воспевать славу Верховного Господа, гуру и вайшнавов. Мы должны прославлять их всегда, совершать харикатху, харикиртан. Шрила Прабхупад говорит, непрерывная харикатха, непрерывное служение гуру и вайшнавам, они могут спасти нас. Обусловленные дживы могут избавиться от этой жгущей материальной жизни только с помощью этой процедуры, с помощью непрерывной харикатхи и непрерывного харикиртана, и непрерывного служения гуру, чистым гуру и вайшнавам. Это может спасти обусловленных душ от майи. И нет другого пути. И вчера я немного говорил на эту тему, то, что Шрила Прабхупад говорил, что вы имеете в виду под Харибаджаном. Можно объяснить с различных точек зрения, но Шрила Прабхупад объясняет избавиться от истории и аллегории, освободиться от истории аллегории, это зовется Харибаджан. Не все могут понять этими словами все, а в этих словах все объяснение полностью Харибаджана. Освободиться от истории и аллегории зовется настоящим Харибаджаном. И вот в этом мире все объяснение, в этих словах все объяснение Харибаджана. Обусловленные души всегда находятся в соприкосновении с историей. Что такое история? Поток мыслей, воспоминания о своей человеческой жизни – это история. А аллегория значит различные представления внутри сердца возникают. Без
они безосновательны. Какая-то страсть, какое-то стремление к каким-то посторонним вещам, которые не имеют связи с Харибаджаном. И Шрила Прабхупада, он одним словом сказал, что избавиться от влияния истории и аллегории, это зовется подлинным Харибаджаном, но не все смогли понять его слова. А почему? Смотрите, проблема в том, что Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, мы принимаем Гуру, совершаем Харинам на Мале. Мы соблюдаем Экадаши, Джанмаштами, но все же не всегда видим улучшения в нашем баджане. А почему? Единственная причина – то, что мы глупы и не можем понять, что такое сатсанга, что такое асатсанга. И вот мы заняты ложной пратиштхой, положением в обществе, к стремлению к уважению и прочим. Однажды один преданный из Панчкулы, он плакал передо мной, он встретился со мной, услышал что-то обо мне, очень вдохновлен был. Я ждал, чтобы посмотреть, что с ним случится, и после этого он говорил со мной и сказал, просил, чтобы дикшу ему дал, но я сказал, что нет, слушай харикатхи, этого достаточно. И вот он слушал, чувствовал какое-то изменение в сердце, но как? Но не настоящее изменение, а как? Он спрашивал меня, где дикшу получить, поскольку вы не даете. Я сказал, смотри, ищи садгуру, и если ты слушаешь харикатху, и после слушания харикатхи ты можешь развить чувствительность, и тогда думай, что делать. И вот он выбрал какого-то гуру, я спросил, и он сказал, да, я пошел к какому-то саду, не хочу его имя назвать. Встретился с тем садом и саду, и когда я встретился, я почувствовал, что он настоящий саду, и тогда он... А я спросил, а дикшу где получать собираетесь? А вот он сказал, ну, ему он же пожилой достаточно был, ему уже за 80, и я вот испугался, что он помрет скоро, и какого-то молодого гуру получил посвящение. И таким образом я смотрю на настроение Бадхаджив, не хочу ничего говорить. И вот таким образом обусловленные души, согласно прошлым самскарам, они попадают в майю, и что не делать? И таким образом я могу сказать, что Шанкар Бхагаван говорит перед Парвати: о Деви, о Деви, бесчисленное число гуру в этом мире, в гуру нет недостатков. А нет недостатка в гуру, а есть недостаток в учениках. Мы не можем найти достаточно учеников, а вот гуру полно. И вот перед Деви Шанкар Бхагаван говорит, что есть очень много гуру, но они не могут называться гуру, они не настоящие гуру. Они смотрят на богатство учеников и пытаются как-то присвоить его. Money, position,
Но о Деви такой гуру, кто может забрать несчастье своих учеников, он очень-очень редок. И вот как вот в этой шлоке говорится. И вот народ там так говорит. Но мы приходим к Гурудеву с каким-то, с таким раджасическим настроением, смотрим на какие-то внешние параметры, насколько высок, настолько там молод или сведущ в чем-то, это какие-то образования какое-то там и прочие какие-то внешние параметры, но таким образом мы никогда не поймем настроение гур и вайшнавов. Вчера я говорил о Нараде, почему Нарада хотел ускорить процесс, чтобы Камса побыстрее помер. Может кто-то замечание сделать, что Нарада Махарадж такой бесстыжий, без милости, не имеет милости никакой, но нет, Нарада, он очень милостив. Во всех шастрах говорится о его славе. Смотрите, Ямала, Арджуна и другие, я могу показать, что Нарада, он очень милостив, но все же. Нарада хотел ускорить эту процедуру, чтобы Камса помер побыстрее. Камса, Раван, они. А перед ними, ну им все без толку. Кто-то может думать, почему Гуру Вайшнава говорят так или иначе, но вариантов нету. Эти имперсоналисты настолько имперсональны, что они не верят ни Гуру, ни Вайшнавам, и поэтому они не... Поэтому они не могут сделать для них никакого блага, поскольку те не принимают. И вот Баладев пытался сделать все, что он мог, но в итоге решил убить их. Это его последнее решение было. Баладев даже Дурьотхана хотел защитить, но это невозможно было. Он сопротивлялся всячески. И вот и пока они находятся в этом мире, они все как-то оскверняют, и поэтому он решил, что лучше им умереть. И вот те, кто саду, они тоже становятся счастливы. А как, когда вот Венурадж, он был, помер, то саду Риши и Муни, они очень радовались его смерти. А почему? Поскольку этот Вену Раджа, он нарушал всю Варнашаму и мешал всем. И Шрила Прабхупад говорил, до тех пор, пока этот имперсонализм Майявада, он находится на пути преданного служения, то так это невозможно утвердить чистую преданность. Это невозможно. И вот сейчас в различных формах майявади приходят в наше общество и принимают саньясу, брахмачари, какие-то высокие положения в обществе занимаются и занимают и оскверняют всю систему. И в этом большая проблема. И гуру вайшнава они никогда не проклинают никого, но автоматически что делать? Они заинтересованы в чистой преданности во времена Адвайта Гасая, когда Адвайта Гасая плакал, не знал, куда идти, все общество, никто не слушал, не говорил о Верховном Господе. И тогда ситуация, когда Адвайта Гасая был там, воспевал
славу Верховного Господа через Гиту Бхагавата в Навадвипе, в Майпуре. Но кто слушал? Какие-то преданные, они собрались участвовать. И вот Адвайта Гаса не знал, куда пойти, поскольку одни демоны вокруг были, и что же ему делать, куда идти, поскольку преданные, они хотят обрести чистое общение. Но куда идти? Может, у вас есть много денег? Может, вы можете стать царем всех 14 миров, но все же сатсанга, она очень и очень редка, что я не могу объяснить. Если вы разовьете такую чувствительность, то тогда вы почувствуете, почему я говорю так. Сатсанга, она настолько редка, что я не могу объяснить. Но так или иначе, если вы обретете сатсангу, все же майя, она может обмануть вас. Если вы не искренне, вы обрели сатсангу, но вы можете потерять возможность также. Поскольку никто не хочет обсуждать настоящую процедуру преданности. Никто не хочет обсуждать чистую практику преданности. Если вы говорите, будете, они разгневаются на вас, будут думать, что вы враг. И вот сейчас практика чистой преданности настолько редка, поскольку никто не хочет обсуждать ее. И в этом большая проблема, поскольку если обсуждать, то не все могут следовать этому, вести свой так называемый духовный бизнес. И также мы должны принять прибежище у чистой Гуру Вайшнавов, иначе мы не сможем говорить о чистой преданности. Вы, конечно, можете слушать лекции в разных местах, но это не может задеть ваше сердце. А когда вы слушаете Харикатху от совершенного Ачарьи Вайшнава, который не только говорит, но и следует всему, что говорит, и эта Харикатха, она может растопить ваше сердце. И вчера я говорил о том, что Шрила Прабхупад объяснял. И вот Шрила Прабхупад говорил, дикша — это процедура, значит, если вы предались и у вас нет никакого лицемерия, то тогда на 100% несомненно, Садгуру, он может дать вам прямое чувство севы в ваше сердце. Вы почувствуете какое-то трансцендентное блаженство внутри вашего сердца, и тогда вы выразите ваше желание служить, и постепенно, совершая Гуру Вайшнава Севу, Бхагават Севу, и вот такова процедура, через которую Бхадхаджива может прогрессировать, как она знает, как можно узнать, что это чистая Харикатха, а это чистый Гуру Вайшнава. В чем же критерии, как понять? Единственное, услышав Харикатху, подлинную Харикатху, вы почувствуете некое чувство в вашем сердце, вы почувствуете вдохновение увидеть этого Вайшнава, служить ему. Вы получите вдохновение сделать что-то, а не то, что мы ведем свою жизнь. Мы сидим, делаем, ничего не делаем, практически теряем время. Наша программа, то, что мы делаем, она должна быть связана с Гуру Вайшнавом и Бхагават Севой. В Махабарате
есть такое предостережение. И каково оно? И вот там говорится, что если нет лидера, это не только о духовном, а общая такая общая рекомендация. Я имею в виду, что нет никакого пути, если вы найдете, что есть один. А вот, в общем-то, если лидер общества будет очень такой плохой, бессовестный, бесчестный, непорядочный человек, то ничего хорошего не будет. И в духовном плане мы тоже не должны забывать об этом. То есть, если плохой лидер у нас, неважно, духовный, политический или материальный, если лидер плохой, то ничего хорошего не получится. А если нет лидера, то тоже ничего хорошего не будет. И вчера я шутил, я говорил. А еще, если много лидеров будет, то, ну как вот, вчера Махарадж говорил, что сейчас каждый считает себя царем в своем царстве, то есть одного лидера нет, а много лидеров, то есть это тоже ведет к разрушению, и таким образом весь мир попадает в майю, не попадает, а уже находится там. И вот Таранти Шунаяка, если мы обретем такого лидера, как Парикшит Махарадж, Юдхиштир Махарадж, Амбариш Махарадж, Притху Махарадж, Прахлад Махарадж, Дурва Махарадж, то тогда мы сможем спасти свою жизнь. Таранти Шунаяка, те, кто практиковали преданность своей жизни, те, кто любят Верховного Господа Кришну, не безбожники какие-то. Кто-то хочет занять положение ачарьи, раздавать дикшу. Но и вот таким образом вся ситуация духовной жизни, она осквернена получается, поскольку нет никакого единого стандарта. Я много раз говорил, что все, о чем мы говорим, это учение Махапрабху. What is good, what is not good, what to do, what not to do. I said, Maharaj, you can take decision according to the Siddhanta of Shastra. И вот мы должны принимать решение согласно Сиддханте Шастры. Но кто говорит о Шастрах? Часто случается, что кто-то обманывает. И вот и такая неправильная проповедь, она подобна дживахимсе. Я могу математически доказать это, что проповедь таких людей, она подобна дживахимсе, которые обманывают людей. И если они не получают руководство, то это пойдет. Но если они их обманывают, то это плохо, поскольку они находились в нейтральном положении, если вышли в какое-то негативное, то им нужно еще до нейтрального потом назад вернуться. И вот если вы отклонились в какую-то негативную сторону, то вам нужно будет все равно вернуться в нейтральное
положение и потом уже двигаться в сторону преданности. И бывает такое, что кто-то негативные вещи воспринимает как преданность. И это причина, по которой мы не получаем никакого результата. И таким образом мы не можем понять, что такое сатсанга, что такое асатсанга. Это очень опасная ситуация. Как вот Махарадж сравнивает с подпольщиками какими-то. Вот есть какие-то эти хулиганы, подпольщики. И Махарадж пример приводит, что их кто-то защищает, несмотря на все их плохие действия. И в моей жизни, я не знаю почему, может, у меня такая плохая удача, гороскоп плохой, но что делать? Я когда хотел защитить себя, я сидя на ясасане, я никогда не хотел обманывать никого, но моя неудача в том, что... Ну, в общем, что-то происходит, что благодаря чему Махарадж развивает отречение. Много раз случилось так, Махарадж нашел какого-то человека с низов, даже алфавита не знает, читать, писать не умеет, а потом начал заниматься благодаря помощи Махараджа получил дикшу, саньясу, а потом этот человек занимается какой-то коммерцией на основании преданности, это очень плохо, еще и угрожают. Один ученик, человек-ученик знаменитого Махараджа, не хочу его имя назвать, и если я встречаю его, я говорю: «О, Прабху, пытайтесь находиться рядом со мной», а он ничего не отвечает. И вот тот человек внешне очень такой мягкий, хотя характер у него хуже, чем выглядит на самом деле. В итоге, ну, так получилось, что он жил рядом с Махараджем, пел киртаны, играл на мриданге, а потом тоже что случилось, что он какую-то ненависть Махараджу развил. Вот Махараджа такая неудача, что так происходит. Но это хорошо, поскольку по воле Нитьянанды это все происходит, и Нитьянанда дает мне урок, и чтобы я был очень осторожен. И таким образом, можно видеть в мире, что происходят какие-то террористы, подпольщики, они вредят в одной стране, а другая страна их помогает, как-то всячески зовет к себе. Ultimately, I am praying to Nisringadev Prabhu, what to do? I cannot throw him out. You know, but at the same time, I cannot accept what to do. Ultimately, I touched my hand onto the lotus feet of Nisringadev and started writing one note in library. Immediately, within 10 lines. В общем, не знал, что делать с этим человеком. Выгнать как бы жалко, поставить тоже нельзя. Он молился Нарисимхадеву и... Потом взял ручку и, по милости Нарисимхадева, написал такое заявление. И был день, когда Самадхи с Шантом Госвами Махараджа произошло, Махарадж раздал всем
это объявление, что если что-то случится, хотя бы знали, что этот человек не с Махараджем. Я ничего плохого там не написал, очень так грамотно, но о том, что этот преданный, он уже как бы не имеет к Махараджу никакого отношения, но там такое случилось, что один человек там был. Very swiftly, then they stop distributing that paper. But I give in internet everything so that now if anything happen, at least nobody can take legal action against me. This much I'm free now. Whatever he is doing, all wrong activities, aparad, you know, all babicha, then I'm not going to take share of his activities. This much anyone. Ну и потом так получилось, что тот преданный, который Махараджу поручил раздавать эти листовки, там какой-то другой вайшнав его поймал, ну, и начал говорить, что если два вайшнава ругаются между собой, то зачем влезать в это? И, в общем, тот преданный перестал распространять эти листовки. Of course, he is also going to avoid Santa Goswami Maharaj because they have no right to come in front of Santa Goswami Maharaj. So we cannot pass this kind of one. At the same time, they are speaking, those who are distributing this paper, I was so angry. It was the not material angriness. You know, they are speaking with Shiksha Guru. At the same time, they are speaking like Mayavadi. Like Mayavadi speaking. And how I can say that Santa Goswami Maharaj one Vaishnava and that, you know, that Dambushan is also one Vaishnava, two Vaishnava fighting, why should I take part? If I speak this way, infinity period, I will be giving punishment by Supreme Lord as an impersonalist. No devotional touch in this world, nothing. You cannot arrest, you know, they are so clever. Ну, Махарадж говорит о том, что нужно уметь отличать майваду от преданности. И поэтому чистые преданные, если видят какие-то споры и видят, что люди и преданные, они разучились отличать преданность от майвады, то это очень плохо. Вот почему Ядавачарья хотел убить Рамануджачарью, кто может сказать? Что плохого было в Рамануджачарье? Почему Ядавачарья хотел убить Рамануджачарью? Почему? Единственная причина. Если бы Рамануджачарья говорил Харикатху, то тогда очень скоро люди обнаружили бы, что тот бесполезен. Но он действует как гуру, поэтому ему завидно было, что кто-то может обличить его. И чтобы обезопаситься, он хотел убить Рамануджачарью. Но этот... You need not pay 10,000 rupees to a gunda hooligan. Pure Guru Krishna automatically going away. They cannot stay. Like Vidurji Maharaj. Why you are going to waste 10,000 rupees you are paying to hooligan? Eh? Wasting your time? You keep it. You can spend this money in your, you know, personal benefit, SCBC plan. You can use it. Why you are going to waste money? Eh? You need not waste money. You are very... This way actually, like Vidurji Maharaj. И вот Бахараш приводит пример, как Видура Дурьотхан был очень горд собой, хотя он был слеп, не мог видеть, кто такие вайшнавы, а кто нет. Он хотел оскорбить Видуру. Он называл его сыном служанки, что мы помогаем тебе жить. Это... А ты против нас выступаешь, и выгоните его за такое поведение. Вот он его так оскорбил. Такие люди не знают последствий этого. Они не знают последствий вайшнава-апарат.
Если кто-то совершает оскорбление вайшнавов, он попадает в ад на бесконечное время. So, Partha, previously they couldn't arrange two breads morning and night. Now they forget. They are belonging to such a poor family. Now they are, you know, declaring, "We are a rich family." So poor, so poor. Even two times, one bread. Иногда можно видеть, что какие-то люди, они раньше были очень бедны, потом как-то стали вайшнавами. Возгордились своим положением, то что... Но иногда они думают, что такие люди по милости вайшнавов достигли какого-то высокого положения в обществе, но это не милость, это больше на проклятие похоже. Обычные люди думают, что это милость, а Шрила Прабхупада говорит, почему вы не посмотрите на результаты, на плоды этого дерева буквально. Почему вы не посмотрите на результаты, на плоды этого дерева, и тогда вы поймете, кто наслаждается Гуру Крипой, а кто Майя Крипой. И тогда вы сможете понять все. Дурьотхан хотел оскорбить Видуру и выгнать его, а Видура, он Махабхагавата. А тот хотел оскорбить его. Смотрите на результат. А сейчас те, кто даже, к сожалению, не то, что те, кто приходят, а те, кто живут внешне в Гаудия-матхе, можно видеть, они совершают действия, которые совершенно противоположные Гаудия-матху. И такие люди, несомненно, получат свое наказание, это автоматически произойдет. Те, кто выступают против Гаудия-матха, хотя такие люди могут жить в Гаудия-матхе, говорить, что они из Гаудия-матха, но доказать они этого не могут. Согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады, они не могут этого доказать. Кто может измерить Гуру Вайшнава? То есть внешне вайшнава очень тяжело оценить, или по его деньгам, там, по его богатству, положению в обществе. Нет, единственное мерило на этом пути – это Сваруп Гасай и Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупад. Мы должны видеть все. Сваруп Гасай, он дал нам стандарт Гаудия. Если так или иначе мы не похожи на этот стандарт, то мы должны признать, что мы идем не по тому пути. А те, кто следует пути Майя, и их последователи, они тоже попадают в ад в итоге. И вот те, кто говорят неправильно, но имеется в виду, отклоняют людей от абсолютной истины. И те, кто слушают, они все попадают в ад в итоге. И Питамаха Бишма говорит, Какого гуру вы получили, который не знает даже, что нужно, что не нужно делать, никакой морали, никакого здравого смысла, у которого нет. Что это за гуру? Я уже молчу про какие-то качества преданного. И вот Питамаха Бишма говорит, что часто можно видеть, какие-то гуру не имеют представления, что нужно делать, что не нужно. Если весь мир, если они вообще гаудии, говорят себе как о гаудиях, я не говорю
И вот из-за моей печали я должен вынужден был сказать так, почему я сказал. Не для того, что я не позволяю никому приблизиться ко мне, а что я буду делать, если какие-то бестолковые люди придут. Я знаю, что качество и количество одновременно не могут существовать. И это моя удача, что ко мне мало кто приходит. Но те, кто чувствует, они, несомненно, могут прийти. Я могу позволить прийти им, и а каким-то глупым, бесполезным людям я предпочитаю избегать их. И вот весь мир. Если вы говорите о себе как о подлинном ученике Гауди Мадха, я даю вам важное служение от имени Шрилы Прабхупады, которому я следую, и вы тоже этому стандарту должны следовать, который установлен Сварбгасаем и Бхактивинода Такуром. Вы должны понять, что подлинное, а что ложное. Вы должны думать снова и снова об этом. Если вы на 100% погрузились в служение Гуру и Вайшнавам, и тогда никто не сможет обмануть вас. Я гарантирую, люди обманывают вас, поскольку вы иногда делаете что-то одно, а иногда не делаете. Мы должны непрерывно слушать Харикатху и Харикиртан, и тогда вскоре, я сидя на Ясасане, обещаю вам, вы получите результат. Почему я сидя на Ясасане говорю, что я беру пыль с лотосных стоп тех, кто слушает подлинную Харикатху. Я не могу ожидать, что тысячи людей будут слушать. Многие не смогут принять. Это очень опасно. Практически невозможно. Если что-то слушают или смотрят сотни тысяч людей, это не значит, что там Харикатха Шрила Бхактивинода Такура говорил Харикатху перед всего лишь несколькими преданными Кришнадас Бабаджи Махараджами, Гор Кишордас Бабаджи Махараджам, но это не значит, что там не была Харикатха. Если можно видеть, какая-то проститутка танцует без одежды, то можно видеть, зрители собираются миллионы. И, к сожалению, сейчас такая цивилизация. Как мы можем вернуть то, что было раньше, то золотое время? Это невозможно. Единственное, возможно, если каждый, кто говорит о себе как о Гаудии, вначале всего, они должны пройти проверку, экзамен. А кто проверять будет? Сварупа Госвами, Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупад. Если они одобрят нас, то тогда такой человек может действовать как ачарья, но не до этого. Я уже говорил, что листец никогда не может стать проповедником. И стандарт, установленный Махапрабху и Сварупа Госвами, мы должны следовать ему. Почему кто-то хочет изменить этот стандарт и показать, что они более милостивы? И вот почему Ядавачарья хотел убить Рамануджачарью, что плохого он сделал. Единственная причина была в том, что Рамануджачарья говорил об абсолютной истине. Рамануджачарья хотел показать, что это майявада, это не преданность. Это не преданность, это майявада. И вот вы живете в Гауди Матхе, но Шрила Прабхупад говорит, даже одну ночь находиться в Гауди Матхе
Для многих невозможно находиться в Гаудиаматхе, значит находиться со всей Сиддхантой, со всем вичаром Гаудиаматха. Сиддхартха Госвами Махарадж говорил. Корова, которая такая бодучая, ничему не следует, только бодается лучше, если вообще коров нету, чем какие-то плохие коровы, которые одни проблемы будут причинять. Какие-то люди могут возмущаться, но кто позволил таким людям открыть новый Гаудиаматх? Почему им лучше не пытаться прославлять имя, славу Шилы Прабхупады и Чайтанья Матха? Почему бы им не сделать этого? Это наше служение, которое дал нам Шила Прабхупад и Бхактивинода Такур. Шила Прабхупад, он хотел установить Гаудиаматх в сердце всех и каждого. Это была мечта Шилы Прабхупады. Он хотел установить Гаудиаматх в сердце каждого. А что это значит? И вот только что я говорил, установить стандарт по всему миру. Те, кто заявляет о себе как о преданных Гаудиаматха, это их обязанность понять стандарт, который установлен Сварупа Госвами, или стандарт, установленный Джива Госвами Падом Бхактивинода Такуром, иначе в любое время они могут попасть в Майю, и никто не сможет защитить их. Даже вы, если вы приняли прибежище лотосных стоп Шридхара Махараджа или Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, но кто может спасти вас, если вы не следуете Гурудеву полностью? Много преданных спрашивают меня, что Гурудев был в то время, мы не могли понять. И потом, когда Гурудев ушел, мы совершили оскорбление, как избавиться от этого оскорбления. И вот я говорю им, что делать. Те, кто прекрасные, чистые, преданные, они могут чувствовать то, что Шрила Прабхупад Бхактивинода Такур Гуру Варга навсегда с ними. Чистые гуру вайшнавы, они могут чувствовать, что Шрила Прабхупад Бхактивинода Такур, вся наша Гуру Варга, она с ними. Но для обусловленной души невозможно почувствовать, что Гурудев с ними. Еще можно видеть, что люди вроде как дикшу получили, а представления о Гуру Таттве не имеют. А еще можно видеть, что даже те, кто дикшу дают, даже они о Гуру Таттве не имеют представления. Иначе почему такое происходит? Если у вас было бы ясное представление о Гуру Таттве, то по-иному вели бы себя такие люди. Так или иначе, вы должны принять прибежище у Таттва Гьяни, Саду. Гуру Таттва – это Аканда Таттва. И вот обусловленные души думают, что Гурудев ушел, и разочаровываются, но они не знают, что он вечен. И вот Шрила Прабхупад говорит, обусловленная душа никогда не может получить вдохновение совершать Харибаджан. Обусловленная душа никогда не может получить вдохновение совершать баджан до тех пор, пока они не увидят яркий, горящий, светящийся пример перед собой. Поскольку у них нет прямого осознания о Наме, Даме и прочем, они находятся на какой-то предварительном уровне. И если они не видят сияющий пример перед собой, и вот обусловленная душа, если не видит яркий, сияющий пример Адарша перед собой, то она не может получить вдохновение совершать баджан. Гурудев ушел, может, и
вы должны тогда принять прибежище у Садгуру, у Шикшагуру, чтобы получать должное руководство, и такова процедура. И вот Ядвачарья хотел убить Рамануджачарью только за то, что Рамануджачарья, он хотел говорить о чистой преданности. А Ядвачарья, он был майявади, говорил всякую ересь, которая не была преданностью. А почему Кримиканта хотел выколоть глаза Куреша? Поскольку Кримиканта от имени Рамануджа Ачарьи, и вот он в одежде Ачарьи, он отправился туда, чтобы... сказать, что вот я такой-то, такой-то. Кримиканха как-то пытался изменить его настроение. Харидас Такур говорит, если моя жизнь уйдет из тела, точнее, если вы даже разрубите мое тело на куски, все равно я не оставлю воспевание Харинама, такова его решимость. А какая же у нас решимость? Шрила Прабхупад говорил. И вот на Бенгали он историю рассказал, что наша политическая ситуация. И вот вчера, что вчера был человек с одной партией, потом поменял партию, потом еще что-то поменял. И так, такова ситуация, к сожалению. Шрила Прабхупад говорит, есть какие-то люди в одежде преданных, они смотрят, в какую сторону ветер дует, и, соответственно, присоединяются к той или иной группе, в зависимости от направления ветра. И Махапрабху таким образом наказал Мукунду, сказал, что я не могу даровать ему свою милость, поскольку он всегда меняет настроение свое. На пути чистой преданности нет никаких вопросов этих передумываний. И вот Куреш не был готов, но Кримикантха, он решил выколоть ему глаза, и что тут тому оставалось делать? Still my tongue cannot stop speaking Hari Kirtan, Hari Krishna Mahamantra. И у нас, и от чистого преданного такая решимость, что даже если его тело разрубят на куски, все равно он продолжит воспевать святые имена и совершать харикиртан. Народ там Тхакура плачет очень сильно и говорит. И вот народ там Тхакура плачет и говорит: «О, жизнь! Почему же ты еще здесь, в этом теле? Почему же ты не ушла?» И вот Нарутам Такур плачет очень тяжело. Зачем ты находишься здесь, о жизнь? Почему же ты не оставишь меня? Вокруг так все плохое происходит. Рамачандра Кавирадж ушел, Шриньевасачарья и все остальные. О Господь, зачем ты оставил меня в этом мире? Я тоже хочу уйти. И это настроение Рагануга преданных, они день и ночь плачут. И думают, кому же рассказать о своем, о чувстве своего сердца, а некому. Махапрабху, он показал это чувство Рагануга Бхакты. И вот Махапрабху говорит, у меня нету ни капли любви, ни запаха любви даже лотосным стопам Кришны, Верховного Господа.
Bhagavaram Prakasatum Jagvamsi Virasana Nalokaram Vina Bivarmi Prana Patanga Kana Britha. Useless! Useless! Why I am going to leave? Почему я живу? Моя жизнь незначительна. Что толку, и что я живу с какой надеждой? С какой положительной надеждой я живу? И вот Махапрабху хотел дать нам урок, но от кого и чему учим мы? Каждую часть секунды мы должны думать больше и дальше, идем ли мы в правильном направлении или нет. Имперсонализм может явиться нам в различные образах. И если мы идем на компромисс, то тогда вы можете оставить практику чистого преданного служения Бхакти Деви, если так или иначе вы отклонитесь от пути чистой преданности, то тогда вы попадете в Майю, и никто не может спасти вас оттуда. Все люди, они говорят, но у нас нет времени слушать какую-то майваду. Если у нас есть чувство, то тогда скажите об этом чувстве. И поэтому вчера я говорил, что мы все должны организовать платформу, на которой подлинные преданные могут находиться, и они будут пытаться избавить весь имперсонализм. И для тех, кто не знает стандарт Гаудия Матха, может показать его стандарт, которому мы должны следовать, чтобы обрести преданность Бхакти. И вот в различных формах имперсонализм может прийти в наше сердце, чтобы осквернить его. Так много случаев, что говорить. И вот Шрила Прабхупад говорит, какие-то преданные отправились в Дакшинешвару, Южную Калькутту, Северную, точнее, Калькутту, чтобы встретиться с каким-то майавади, и вернулись назад. И вот они сказали Шриле Прабхупаде об этом, что вот в их книгах так говорится, они так говорят, и вот вчера мы И вот ситуация в том, кто может собирать мед. А кто может даровать нам нектар? Кто может дать нам этот нектар шастр? У вас нет силы, я могу дать вам. И это обязанность пчел собирать мед. Это не ваша обязанность, это обязанность этих пчел. И поэтому Сарагасвами Аштаки говорится Шринивасачари. И вот Госвами, они извлекли суть шастр для нас с вами. Зачем нам мучиться? Можно просто следовать Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру. И таким, как Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж или Шрила Кешава Госвами Махарадж, вы можете следовать им. Это очень просто в цветах.
Можно видеть, эти пчелы прилетают иногда, и из это несомненно так, но знаете ли вы, также этот яд есть в цветах, как все. So it is the duty of Brahma. Brahma means butterfly. И вот это обязанность пчелы собрать мед. А лутакит, Шрила Прабхупад говорит, лутакит — это такое опасное насекомое. Они тоже к цветкам подлетают, но яд собирают. Пчелы мед собирают из цветов, а лутакиты, такие насекомые, собирают яд из цветов. И вот кто-то может принять нектар, а кто-то яд, и таким образом в различных формах имперсонализм может прийти в нашу жизнь, чтобы осквернить ее. Можно вспомнить, я начал с этой шлокой. И вот в этой шлоке говорится о нашем подлинном «я». Кто-то, если практикует Бхагавад-дхарму и обретает яд, то это невозможно, чтобы так случилось. Если вы приняли прибежище у Господа и яд обретаете, это значит, что вы идете в какую-то негативную сторону. Такого не может быть. Кто-то совершает вроде бы все, но результат не получает. А почему? А есть одна причина – это асатсанга. Я думаю, некоторые и до сегодняшнего дня не поняли, что такое Бхагавад-дхарма. По милости Гурудева осознаем это, то получим вкус к этой Бхагавад-дхарме. Как Харидас Такур, он говорит, если даже вы меня убьете, то я не откажусь от своих убеждений. Это Бхагавад-дхарма. Это удивительно. В Бхагаватам описывается, что и вот в Бхагаватам в 11-й песне там говорится об этом. И вот какие-то люди говорят, что они вайшнавы, следуют Бхагавад-дхарме, но почему они результатов не получают, если они действительно следуют? Наверняка ошибку какую-то совершают, и не должны обнаружить ее. Если вы должны понять, если вы случайно совершили и что-то похожее, то вы должны исправить это, и тогда вы снова обретете силу, когда исправите эту ошибку. И что говорится в Бхагаватам в 11-й песне? Если я выступаю против всех полубогов, то или всего мира,
то все же, если я следую Бхагавад-дхарме должным образом, если я понимаю, что такое Бхагавад-дхарма, вот. Кто-то думает, что Бхагавад-дхарма, Атма-дхарма настолько велика, что можно только медитировать на нее. Адрита, кто-то восхищается ею. И если какой-то чистый преданный говорит Харикатху, да, должна быть Харикатха, нужно вот позвать того Махараджа и... А иногда можно видеть, что каким-то преданным не позволяют говорить на том основании, что они говорят только правду. И такое часто происходит, что таким людям слова не дают на собраниях. А почему это происходит? Могут ли они доказать, что тот, кто, кому они не дают слова, он против Гурудева и Гуру Падпадме? И если они не могут доказать, что ну, кто-то, какой-то конкретный вайшнав против при преданности, но просто говорит правду, и они пытаются как-то вот такую, часто можно видеть таких людей, как-то остановить или не давать слова, пытаются. Like beggar, he can stay with on two braids. We can speak all about the Rasi Guru. Still, we like to kick him out of mud. This is our bhajan. We have no right to identify. И у нас нет права говорить о себе как о учениках Шрилы Бхактипрамода Пури Госвами Махараджа или учениках Шридхара Девгосвами Махараджа. Я не имею права говорить о том, что я ученик Шрилы Мадхава Госвами Махараджа или Шрилы Кешава Госвами Махараджа. У нас нет права. All total evolution we need. We need total evolution. But we are busy with politics. Нам нужна эволюция, чтобы она случилась, а не какая-то политика. И, к сожалению, одна политика происходит. Есть только трое преданных в одном матхе. И то одного выгнали из-за политики. Политика, она в, иногда в чьей-то крови есть. И они не могут избежать политики. И такие люди, они, как правило, никогда не могут совершать харибаджан, вне зависимости от того, в каком положении они находятся. Харибаджан, он не так прост. Я могу дать... Но кто-то думает, что просто взять малу и повторять Хари Кришна, это Харибаджа, но это не так просто. So whereas it is written, we have no belief in Bhagavad Dharma. Maharaj, if you are getting the smell of Bhagavad Dharma, if you are getting the smell of Bhagavad Dharma, I can put 100% guarantee. 100% guarantee. If you can give guarantee 100%. One devotee, long ago, maybe 16 or 18 years back,
И вот один преданный лет 20 назад, я обычно парикраму совершаю в одиночку, ничего не говорю. И вот Махарадж совершал Радхакунда парикраму, и там он вынужден был поклониться Тамал Тали, где сидел Махапрабху на берегу Шьямакунды. И там один преданный, он с Бангладеша, в общем, он очень уважал меня, очень любил, не знаю почему. И вот он сказал, когда мы услышали вашу харикатху Винод Ванни Гауди Матхи, я что-то почувствовал. И один преданный, он поймал меня в храме Джаганатха, когда я смотрел на Джаганатха. И вот этот преданный сказал, что я вас слушал, вашу харикатху по интернету, давно ищу вас, и тут перед Джагнатхом увидел вас наконец-то. There is a situation. That devotee crying in front of me. I'm not speaking Hare, anything. I'm silent, alone. But he's crying. He's speaking, Maharaj. He's speaking. I'm in Vyasasana speaking this way. Maharaj, you can. My Gurudev going to cheat me this way. I say, you too. И вот, в общем, этот преданный сказал, что его Гурудев как-то обманывает, а Махарадж ответил, что... You can serve me 100%. Ну что ж, он принял такого Гурудева обманщика, это раньше надо было думать. И этот преданный сказал, я думаю, что вы меня можете спасти. И тогда я вынужден был ответить ему, что если ты по-настоящему уверен, если у тебя есть стопроцентная вера в том, что я могу спасти тебя, то будь уверен, что ты уже спасен. Будь уверен, что ты уже спасен, поскольку мой Гуру Махарадж, он не обманщик Шрила Прабхупад, он не обманщик Шрила Кешава Госвами Махарадж и Сиддхартха Госвами Махарадж, они не обманщики, они моя Гуру Варга. Я был вынужден ответить так. И этот человек расплакался от счастья. Сейчас не знаю, куда пропал опять. Не видел, куда он пропал. И вот вы должны развить вашу веру в Бхагавад-дхарму. День за днем в Бхагавад-дхарму вы должны развить вашу веру. По милости Гуранги Махапрабху Нитинанды у нас должна быть стопроцентная вера. И те майвади могут читать Бхагаватам очень красиво, кто-то может танцевать, но преданности в таком прекрасном объяснении нету. Не все могут понять, что в таком объяснении майвади нет никакой преданности. И говорят некрасиво, но никакой преданности там нету ни капли. Хотя внешне может красиво выглядеть. Я обещаю вам, что Бхагавад-дхарма, она может спасти вас в любом в случае, в любой момент. У нас должна быть искренность, и не должно быть никакого лицемерия в нашем сердце. И нам не нужно следовать деха-дхарме, этой дхарме, связанной с телом. Мы можем игнорировать социальные, общественные обязанности, но все же мы не получим никакого наказания.
И даже больше, если мы откажемся от вот этих общественных обязанностей и прочего-прочего ради Бхагават-дармы, ради Махабхагавата, гуру и вайшнавов, которые возьмут нас буквально на колени и помогут пересечь этот материальный океан. Мы должны верить в это, иначе мы не сможем получить вдохновение совершать Харибаджан. Харибаджан — это не шутки. Майдеви на каждую часть секунды хочет нас как-то отклонить. Калаха калирварена индия вайри варга бхакти пат ихо кантак коти руддо ха ха ка ями ким хам кароми чайтанна чанда яди натам ки хам кароши. Если Чайтанья Махапрабху или его последователи Прамахамсы, они не благословят нас, не спасут нас, то так или иначе любое образование, любое богатство, любая власть, они не смогут спасти нас от неминуемой опасности. Ничто не может спасти нас от неминуемой опасности. Мы каждую секунду должны иметь защиту. Мы должны защищать Сиддханту Харикатху Харикиртан. Мы должны защищать свою жизнь в преданности, чтобы мы не должны совершать никаких ошибок, поскольку если мы совершим ошибки какие-то, то майя, она накажет нас. Майя, она всегда ищет какой-то недостаток. Это обязанность майи находить какие-то недостатки, какие-то эти прорехи в нас. Из Бхагаватам я могу пример привести. Дити и Адити. Дитима, она мать всех полубогов. А Адити, она демонов мать. Адити была разочарована, поскольку эти демоны, ее дети, их выгоняют постоянно. И Адити хотела получить от своего мужа Кашьяпа благословение. И Кашьяп Муни, он дал совет, что ты должна следовать этой врате, соблюдать ее долгое время. И после этого вот он сказал, что нужно делать, что не нужно. Список правил и предписаний дал. И наша жизнь в преданности, что делать, что не делать, все правила, предписания, они ради чего они все? Если мы хотим сделать так, чтобы Кришна был доволен, но даже если это внешне выглядит как-то нехорошо, но как-то нелегально, но к Кришне это не относится. Все, что хорошо для Кришны, оно хорошо для всех. Если Кришна доволен, то это хорошо. И вот смотрите, Адити хотела ну, в общем, хотела какое-то благословение, чтобы полубогов выгнать с небес и демонов там поселить, ее детей. И Кашьяпа Риши, и вот она служила Кашьяпе долгое время, сказала, что может благословить ее, но и вот она такое благословение попросила. Индра очень опечалился тогда и думал, что же делать. Все you know, в
все эти ограничения Адити следовала, но в один день ошибку совершила, и Индра пришел к ней: «О, мать, ты так страдающий, никого нет, давай я тебе помогу, цветы вот наберу, и еще что-то могу сделать, дров принести, еще что-то, пожалуйста, не говори нет. Я люблю тебя, позволь мне что-то сделать для тебя, послужить тебе. Хорошо, ты вот тут эти врата соблюдаешь, не ходи никуда, я за тебя все сделаю». И вот Индра так разрешили ему, и этот Индра был очень хитер, он искал возможность, и вот он ждал. Адити вроде всем следовала безукоснительно, но однажды Адити забыла, она свою врату соблюдала, аскезы совершала, устала, и свои длинные волосы были распущены, ее волосы. Она ачаман не произвела и решила отдохнуть, уснула, и Индра подумал: вот это возможность. Я тут не знал, как к ней подойти, все вроде всему следует. И вот сейчас такой недостаток у нее. А почему, к чему это все? То есть эти все привидения, бесы, они могут войти в человека, если он в каком-то таком нечистом состоянии. И вот и также никакая черная магия не может действовать, если вот кто-то помнит Прабхупада, Гурудева Нарисимхадева, как Шрила Пури Госвами Махарадж. Он всегда повторял: «Джай Прабхупад, Джай Нарисимхадев, Джай Гурудев». И вот и ничто не могло влиять на него. И вот всякие призраки, привидения, они ищут какой-то недостаток, с помощью которого могут кто-то, вот ачаман может там не сделал, потом после туалета ноги не помыл, или еще что-то, вот из-за этого привидения могут войти. Если однажды вы осквернили что-то, то потом все остальное тоже осквернится. Я никогда не иду на компромисс, как, например, какие-то люди есть, только побрились и сразу в комнату заходят. Но это неправильно, надо после стрижки или бритья помыться вместе со всей одеждой, как следует одежду постирать, и потом только можно там заходить в храм или там в комнату к себе. Ну, имеется в виду те, кто следует чистоте. И, а если люди ничему не следуют, как можно ожидать, что они силу получат? Каждую часть секунды, где сидеть, где не сидеть, куда ходить, как ходить, что есть, что не есть. Это, если вы имеете связь с Нитянандой, Нитянанда вдохновит вас на то или иное. Он может сказать, что вот не нужно есть прасад здесь, поскольку это совсем не прасад. Но если сказать публично, кто-то может обидеться, скажут, что беспокойство те и все. И вот когда я был в Матхе, во Вриндаване, какие-то преданные слушали Харикатху. И вот я предложил поклоны лотосным стопам Парампуджапада какого-то махараджа, его самадхи, и почувствовал какое-то вдохновение, и, закрыв глаза, начал говорить о нем. Как я говорил, это все я не знаю. И однажды один из его преданных пришел и сказал, что наш настоятель Матха говорит,
this, you know, their mastery, you know, mattress, you know, everything you can put. I see, and they are singing this Guru Seva. I say, my son, I cannot fight with anybody, but this is not Guru Seva. Many people coming in guest house, it was not the mood of Prabhupada to run much that way. В общем, что-то с этим, с гестхаусом связано. То есть в гестхаусе могут жить какие-то разные люди, но брахмачари не должен заходить в гестхаус и тем более убираться там не должен. И прикасаться ко всему не должен. Поскольку это нехорошо, если какого-то брахмачари пойти убираться в гестхаусе, а потом его же на кухню, то это плохо, даже шудры так не делают. Но сейчас, к сожалению, такая ситуация. Я вот сказал этому человеку, что это не Гуру Сева, но потому что его этот настоятель отправил убираться в гестхаусе, но это как для брахмачари это не Гуру Сева совершенно. И таким образом все оскверняется, и как мы можем ожидать, что какой-то должный ачарун происходит? Ачарун — это идеализм, наше идеальное поведение, оно должно быть. И вот это Адити совершила одну ошибку, так много она всему следовала, но в один день забыла, не ополоснув рот, не совершив ачаман. И вечером еще спать запрещено. Особенно с открытыми этими распущенными волосами. И тогда этот Индра воспользовался этим и вошел в тонком теле, в тонкой форме он вошел в чрево ее и разрубил ее плод на 7 частей этого ребенка. На 9, точнее. И потом каждую часть еще на 9. И таким образом вышел он и Адити в итоге родила этих, сколько там, 81 ваю, и спросила Индру: «О, мой сын, не говори лжи, говори, почему я одного ребенка хотела родить, а тут 81 получился?» You know, they are there. After that, Indra Bandhu's mother, you took decision. В общем, эти вайву родились, и Индра потом сказала, что ты свой врату совершала, но тут забыла то и то. Я возможность получил убить твоих детей и воспользовался этим. И в итоге врата обет этой Адити не был успешен. Таким образом, Майя, она ждет какого-то, когда какой-то недостаток в нашей жизни будет, как какой-то, когда мы забудем что-то. Вот вы должны представлять, какую аккуратность я имею в виду, даже во сне кто-то не может представить, что в практической жизни, чтобы там говорить, но вы должны следовать этому. Вы должны следовать многим правилам и предписаниям. Я никогда не позволял никаким преданным на кухню заходить. И вот против меня какая-то... Ну, в общем, возмущаться некоторые начали. Ну, когда Махарадж был настоятелем, вот Гопинат Гаудиматха, то что на кухне готовили только Кришна должен был знать, а не все мимо проходящие. И вот, в общем, возмущались. Но те люди, которые возмущались, они вскоре ушли из Матха. Ну и вообще ушли, возмущались просто из-за тех правил и предписаний, которые я согласно наставлениям Шрилы Прабхупады устанавливал.
Я женщин уважаю, но не могу позволить им заниматься, чем попало. Поскольку, согласно учению Шри Чайтанья Махапрабху, мы должны следовать строгим правилам и предписаниям. Кухня — это не какое-то общественное место, где там готовят для Верховного Господа. Даже запах не должен исходить. Но что делать? Не все могут этому следуют, как эти панды Джаганатха делают. Те, кто готовят в обед, правило было, они есть не должны были ничего утром. То есть те, кто готовит для Кришны, они готовят не на сытый желудок, не на голодный желудок, в общем, должны были готовить. А чтобы обрести Кришну, нужно следовать всем правилам и предписаниям. Я не могу позволить каким-то бестолковым людям приходить. Должны быть какие-то полезные люди, у которых есть возможность развить бхакти. Такие люди должны приходить. И вот смотрите, если нет возможности, как можно надеяться, или майвади могут совершать бхакти? И вот я был один, я должен быть следовать этим всем правилам и предписаниям, и вам даю наставление. Когда вы приходите с улицы, вы должны помыться, переодеться в свежую, новую одежду, не касается старой, естественно. Однажды один так называемый преданный пришел с одного места и сказал Шри Прабхупаде: один майявади гуру спросил молодого человека, который только что пришел. Тот поклонился, только что пришел. Вообще имеется в виду. И тот сказал: о, баба, ты женат? Тот сказал: да, женат. О, ты женат. Ой-ой-ой. Дети есть у тебя? Да-да, какая проблема? Это ты такой майявади имел в виду, что если человек замужем, женат, то баджа не может совершать. Но это глупость. И вот я говорю о Сиддханте Шрилы Прабхупады, чтобы показать это уникальное ачарьятву Шрилы Прабхупады, его уникальный идеализм. Я говорю о нем. Один так называемый человек пришел к Шри Прабхупаде и говорит: я брахмачари, не женат. Шрила Прабхупада сказал: если ты не женат, если ты думаешь, что будучи неженатым, что ты брахмачари, то смотри, много животных в лесу живут, они что, тоже брахмачари? То есть просто если ты не женат, это не значит, что ты брахмачари. Это ничем не доказывает, что вы брахмачари. Это все равно, что говорит, что все эти звери в лесу, они все брахмачари, поскольку не женаты, или там самки не хватило им. То есть, если этот лев или тигр с самками не встречаются, это еще не значит, что они брахмачари. И вот однажды один материалист в Чучуре, место такое, с Калькуттой рядом, и вот люди пришли спорить на собрании перед Кешавой Госвами Махараджем. Говорят, что вы все саду должны в лесу жить, что вы тут в городе делаете, люди беспокоите, говорите всякую ерунду. Вы саду в лесу должны жить, что вы тут в город пришли. И Кешава Госвами Махарадж сказал: смотрите, да, саду Гуру Вайшнава, им в лесу хорошо было бы жить, они живут в лесу на самом деле. А вы
И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, да, мы должны быть в лесу, и мы в тонком теле, в тонкой форме живем в лесу. И вот он ответил, я в Чучуре нахожусь, поскольку тот лес, в котором я должен быть, там много злых животных. Так много свирепых животных. А, наоборот, он сказал, что в этой Чучуре столько свирепых животных, что даже в нашем лесу такого количества свирепых животных нету. И поэтому мы сюда пришли. И вот поэтому мы тут живем. Доктор должен доктору глупо жить в лесу. И такова система, которую хотел сделать Шрила Прабхупад, поскольку вайшнавы не подобны докторам. Которые будут спасать людей, а сейчас, к сожалению, такое происходит, что люди под именем Дикши рождают каких-то незаконно рожденных детей. Но Шрила Прабхупад говорит то, что мы должны, все участники Гаудиматха должны чувствовать, они должны обрести силу, поскольку без, не обретя силу, они не должны проповедовать где-то снаружи. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что мы сейчас находимся в этой Чучуре, говорим Харикатху, но если посмотреть глобально, то это большой лес, где много свирепых животных, и поэтому мы здесь. И вот это ваше решение. А, то есть можно видеть, что когда кто-то находит чистых гуру вайшнавов, они пытаются как-то избавиться от них, это майвади так делают. Имперсоналисты. Они говорят, что гуру вайшнавы одни проблемы приносят, харикатху говорят, не могут как-то сладко говорить, и такие люди подобны Камсе. Камса говорит, кто такой Кришна, надо убить Кришну, уничтожить его. Не должно быть Кришны. Мы не хотим видеть Кришну. И это вот слова майвади, или иногда майвади Равана, например, он хотел украсть Шакти, это один из главных признаков майвади. Они либо Господа хотят убить, либо его Шакти как-то похитить. И вот они говорят, что Кришну надо убить, уничтожить, чтобы проблем никаких не было, и гуру вайшнаву заодно. И вот однажды в полдень саньяси шел, и сейчас я не могу найти никого столь могущественного, как Санта Госвами Махарадж, который мог наказать каких-то своих учеников саньяси. Сиддханти Махарадж тоже дал, у него тоже были такие принципы, вот у него было два ученика саньяси, они постоянно ходили в гости к одной вдове, и вот он им говорил, что вы саньяси должны вести себя как следует, по бабам не ходить. А... А они все возмущались, мы тут служением занимаемся, почему нельзя ходить. И вот те, кто приняли отреченный уклад жизни, особенно саньясу, они должны вести себя должным образом. И вот, в общем, эти саньяси каждый день к этой вдове ходили, непонятно, чем занимались там. И вот Сиддханти Махараджу это надоело. А еще какие-то люди думают, что вайшнавы те, кто никаких замечаний никому никогда не делают и ничего не говорят, но это тоже неправильно.
Это один из признаков Майявади. И вот Сиддханта Махарадж 3-4 раза сказал им, чтобы они не ходили к этой женщине. И однажды Сиддханта Махарадж, ему надоело, он забрал их данду, их одежду саньяси и выгнал. А кто сейчас такое может сделать? That kind of power, who has? Oh, Maharaj, you should not speak anything. This way, actually, they took resolution. They took, you know. И вот они, и вот эти саньяси, они решили убить саньяси этого Сиддханта Махараджа. Вот отомстить решили ему, и но Нитьянанда Баларам, он спас его. И таким образом, даже Махапрабху, когда говорит, что вы... И вот, вот этот случай с Махапрабху и Бхаттатари, они тоже хотели убить Махапрабху, но они себя как-то порубили в итоге. Вот какие-то буддисты, они хотели под именем Прасада накормить Махапрабху всякой ерундой, и предводитель этих буддистов, он встретился с какими-то большими проблемами вскоре, и таким образом мы не должны бояться, поскольку Баладев, он есть, он с нами в различных формах. Баладев, он защищает чисто гуру вайшнавов. If somebody is going to take decision, then you can meet with great trouble. We are not going to cross them. We want to pray for them in front of Supreme Lord, that somehow they can change their mood. И вот мы молимся Верховному Господу, чтобы они совершили свое, изменили свое сердце, но они настолько много оскорблений совершили, что не могут этого сделать. И вот они решили убить Сиддханта Махараджа. Время было зимой и ночью. Они пришли с топором и как-то пытались отрубить ему голову. Но случайно, ну один раз ударили и ушли, и Сиддханта Махараджа, он случайно наоборот спал. Обычно, ну тут он наоборот лег, что там, где голова, ноги оказались, там где ноги, голова. И вот в это время эти разбойники саньяси пришли. И вот кровь шла как фонтаном. И вот их поймали в итоге, в этих саньяси, но все же Сиддханта Махарадж никогда не хотел наказывать их. Гуру Вайшнава, они не хотят никого наказывать, они настолько милостивы. Может, кто-то совершал много обмана и прочих вещей, но они не хотят наказывать их. Согласно своей карме, они получат последствия, результат своих поступков. А кто я, чтобы их наказывать? Вот он думал так. И вот этот имперсонализм может прийти в нашу жизнь. Шрила Прабхупад громко смеется. А Шрила Прабхупад, он обычно никогда не смеется громко. И в тот день, когда Шрила Прабхупад услышал об этом, что один... Вот Майявади, когда услышал, что кто-то, прихожанин его замужем, жена точнее, то сказал, как же ты можешь баджан совершать. Но смотрите, некоторые саду, которые живут в ашраме домохозяина, они лучше, чем многие саньяси. Поэтому не зависит от того, женаты вы или нет. И вот этот Майявади гуру объясняет, что те, кто живут в комнате, где много этого черной плесени, что-то черного, в общем,
Ну, в общем, мои ваде говорят, что в, находясь вашими домохозяевами, нельзя бхакти совершать, но они не, нельзя баджан совершать, но они не знают, что есть что на самом деле. Можно увидеть, что мои ваде, они едят рыбу, там, мясо и всякую остальную ересь. Они живут как карми, но весь мир поклоняется им. Они позже, и когда Шрила Прабхупад услышал об этом, что майвадский гуру сказал, что вот поскольку у человека есть семья, то он не может баджан совершать. Шрила Прабхупад засмеялся и сказал, что там даже прикосновения бхакти нету в этой концепции. Чистые преданные, как Бхактина Такур, Шинивасна Чарья, Шивананда Сен, великие преданные, кто нет. И мы должны поклониться, выразить почтение таким идеальным домохозяевам. А какие-то глупцы, если говорят такие замечания, то это глупости просто. Какой-то брамачари в Девананда Годи Матхи говорил всякую ересь. Если он видел какого-то женатого человека, начал ругать его сразу, что вы там гнилой, это грехастха и прочее, прочее. В общем, поносил. И в итоге он принял саньясу, очень вскоре пал и начал жить с какой-то жизнью женщины. И поэтому не критикуйте никого, пытайтесь исправить свою жизнь. Не критикуйте никого. Что плохого, если кто-то домохозяин, если у него есть огромная любовь к гуру Вайшнавам, и вы хотите доказать, что вы лучше, это плохо. Какие-то преданные в Гауди Матхе хотел спорил с другими преданными по любому поводу. Если они женаты, говорил, что такого положения, как саньяси, никогда они не достигнут, но в Джайвадхарме Шрилы Бхактивинода Такура говорится, что те, кто идеальные грехастхи, они более могущественны, чем какие-то джагадгуру, но у них нет никакого тщеславия. И вот Бхактивинода Такур говорит, согласно степени нашей преданности, согласно нашей любви, гуру Вайшнавам и Бхагавану, степень нашего вайшнавизма, вайшнаваты, может быть определена. Шрила Бхактивинода Такур говорит, что вайшнавата – это не что-то, что, на что влияет его социальное положение, женатого или нет. Шрила Прабхупад, великий ачарья, говорит, что это все майвадское представление. И Шрила Бхактивинода Такур, that man on hearing the Siddhanta Bhaktivinoda, he was not at all satisfied. И вот тот человек, который слышал это, он чем-то не удовлетворен быть. Но смотрите, кто такой саньяси на самом деле, кто кого поймает. Если что-то не так, кто следует саньяс врати совершенным образом, кто может сказать об этом? Шрила Бхактивинода Такур говорит, те, кто саньяси, те, кто идеальные домохозяева, они могут быть даже гуру для тех, кто в отреченном укладе жизни. Единственная разница, что они находятся в ашраме домохозяина, и поэтому не могут саньясу давать никому. Это единственное правило. В смысле, единственная разница. Шрила Бхактивинода Такур, он очень чист, он может дать саньясу тысячам людей, но не делает этого. А почему? Поскольку он не хочет показывать, что... что если какой-то идеальный
домохозяин живет в грехастхе ашраме. Например, и я могу примеры привести, что саньяси делают день и ночь, и домохозяева. То есть домохозяева, они тоже очень важны, и нельзя отказываться от них. И иногда даже они больше, чем саньяси. Они делают все, и все, что раньше они сделали, это как бы можно пренебречь этим, но сейчас они пришли ко мне, находятся со мной, слушают харикатху, и как мы можем отказываться от таких домохозяев? Саньяси, если он не может поддерживать стандарта, кто будет наказывать его, какова обязанность Вишвайшнава? Раджа Сабхи, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, он сам по себе. И вот Шрила Прабхупад, он сам, даже в одиночестве, он полная Вишвайшнава Раджа Сабха, но кто следует этому, я прошу вас всех следовать, чтобы получить результат в баджане. А если кто-то против меня выступает, то пускай выступает, это их дело. Мне нет никакого дела до них. Anything they like to do, they can do. They can try to do. They can see what is the result. You know, I have no hostility. У меня нет никакой враждебности ни к кому. Шрила Прабхупад говорит, что под, и я под руководством Шрилы Прабхупады говорю, что я не хочу соревноваться ни с кем. Я обещаю, что я не хочу соревноваться с кем-то, и у меня нет никакой зависти и враждебности никому. Я не хочу отомстить никому. Но я вынужден говорить таким образом. И поскольку я люблю вас всех, не обижайтесь, не пытайтесь отомстить как-то. Конечно, если хотите, можете отомстить за что-то. Все время мы должны говорить о Шриле Прабхупаде. Мы должны все время говорить о нашей Гураге, о Шриле Прабхупаде, о Бхактивинода Такуре, чтобы получить полную защиту. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, если мы выращиваем какие-то овощи или цветы, или овощи, или фрукты в каком-то саду, а если мы не защитим этот сад от вредителей, ну даже от животных, то всякие козлы, коровы, быки придут и съедят все наши фрукты, овощи, цветы и прочее. И также строгие правила и предписания, они подобны такой ограде нашего сада. И это зовется нашей защитой. Мы должны всегда следовать этому и не позволять себе асатсанги даже на часть секунды. И это наша защита. Мы должны быть под защитой Сиддханты, под защитой Харикатхи, Харибаджана, под защитой всех правил и предписаний вайшнавского этикета. Мы должны следовать этому всему, и никто не сможет выкинуть нас из баджана. Майя-деви, она не получит никакой возможности найти какой-то недостаток в вашем баджане. Если вы искренне, то тогда вы получите божественную помощь, она автоматически придет в вашу жизнь. Единственное, что у нас должно быть, это подлинность, искренность, и тогда божественная помощь, она придет к нам на помощь и спасет нас. Я хотел так много сказать сегодня, но как мы можем
Как понять, что такое преданность, кто такие преданные, как развить такое видение, такое мировоззрение, чтобы сразу определять, кто есть кто. Эту шлоку я потом объясню. Несомненно, я ее не забуду. Гаурангайка готир баджасе тамати си гаура дама стити сасасайка битир кушанга бирати дусто бета нискрити си рупай карати санатана нати си животе жосути си сиддханта сарасвати виджаяте гаурия гости пати си сиддханта сарасвати виджаяте Гаурия гости пати, ванчакалпатроси кепасинду бхавча, патитанам паванам бхавишна бхио намам.